Вот еще универсальный ключ от вина корня. Давайте прочитаем. Первую часть эликсира Сахалоу, первая, вторая, что-то это все. Завтра я проверю новую партию, но это раз не будет. Что-то тут Слэкджиф опять этот, который бодяжит эликсир. Нет в империи более известного напитка, чем виски старый Дануол. А это виски не только отличается от отменным вкусом, но и является важнейшим традиционным напитком всех слоев населения. Надеюсь, эти перцы нас не заметят. А зачем открывать? Ой, что-то они как-то руки опустили резко, я же обделался, но неважно. О, можно подняться, зачем? А они услышат, если я... Я знал, блин, что эта штука начнет опускаться. Пули, нафига мне эти пули? Так, гранаты, блин. Вот бандюги тут у них прям, я не знаю, террор какой-то. Да, давайте съедим это марлинское или какое-то там яблочко. Во, вот эта тема наша. Переработанная ворвань и банка. Это тоже там много чего интересного. Но духовный бальзам. В любом случае, если можем не бояться расходовать его, останавливать время. У нас все равно, как видите, их полным-полно. Я не использовал по нужде эти бальзамы. То есть, когда у меня становилось их слишком мало. То есть, не было таких случаев. Были случаи просто, когда я использовал для того, чтобы взять еще один. Вот для чего. Хорошо, давайте будем думать, что с этими лохами нам делать. Смотрите, там еще ходит того, их уже 4 штуки я насчитал. 4 гребаных урода. Да, давайте думать. Итак, а что тут думать? Тут ни хрена не вообще не надо думать, мне кажется, тут надо действовать, причем действовать очень интересным способом. Я бы даже сказал так. Нет, давайте все-таки так. Конечно же так. Как же еще? Вот этого, я не знаю, они его заметят? Мне кажется, нет. Смотрите, сейчас я быстренько... Извините, что болтаю много. В общем, сейчас я посмотрю. Нет, они его, по сути, не должны заметить. В любом случае, время у нас останавливается на цифре 8. Время у нас на цифру 4, пущай будет поближе. Значит, 4, 3, 2 и 1. Самые важные предметы. Еще раз, сердечко к стене, амулет наверху там где-то. Так, останавливаем. Нет, давайте сначала глаза берем. Сейчас ждем, пока восстановится мана. Перемещающий за... Твою ты... Я же его взял. Подожди, а если я... Твою ты, он меня чуть не заметил. Ладно, давайте здесь оставим, не будем никуда больше вытаскать. Че, он меня запалил, что ли? Надеюсь, нет. А, они увидели, что пропал их напарник. И, походу, им все равно вообще. Блях, я хотел жахнуть того, который стоит у перил. Блин, ну они сейчас отвернуты друг от друга. Это, по сути дела, шикарно. Ага, все. Так, ну что будем делать? Давайте сейчас подумаю быстренько. Ага, этот куда-то уходит, нет? Или он не уходит? Надеюсь, он поднимется по лестнице. Да ни хрена подобного. Так, ну чё, ладно, давайте спускаться вниз, тогда посмотрим. Там тоже вниз можно спуститься. Блин, через эту растяжку еще гребаную как-то нужно пройти. Что-то долго с этим как-то происходит все. Надо все быстро решать. Надо очень быстро решать. Ну, например, вот так сейчас. Получится, нет? Да ни хрена не получится. Уже я просрал свой шанс. Штичок. А ты не заметил пропажу своего другана? Клади его осторожно, блин. Хрен ли ты его кидаешь так? Хотя он его и не кидает, в принципе. Вот так вот делается стелс-операция. Все очень круто. Блин, еще и этот поднимается. Блин, еще наверху. Одни блины в натуре. Но я думаю, сначала надо жахнуть. Я даже не знаю, кого. Давайте... Блин, у меня... Тихо. Ну ладно, возвращаемся к игре. Так, вот это с волотами. Блин, а где еще один? А что, мне палит, что ли? Блин, они еще и храпят. Так.
Даже не знаю, как поступить-то лучше. Ну, давайте нижнего, блин. Самое главное сейчас успеть. Опа! Больше... Он ссал! Ну, молодец. Давай в санье тут тебя кинем в свое. Обоссанное санье. Подожди-ка мне. А как туда попасть? За эту дверь. Ладно, тут больше ничего нету, поэтому... А, вот еще один какой-то тут ходит. Поэтому давайте мы заберемся, может, по этому канату. В принципе, идея неплохая, мне кажется. Еще с той стороны там кто-то. Ну ладно, давайте. Давайте, знаете что? Я надеюсь, он меня не услышит. Не, ну, в принципе, должен услышать. Блин, я вообще замолчал. А что за музыка тревожная? Я думал, это как бы заметили или как бы нет. Ну ладно. Идем, куда нам идем? Идем вот сюда. Здесь никого нет, это круто. Внизу какой-то чувак. Так, давай вот эту всякую штуку собирай. Вообще крутяк, что все видно. И на первых уровнях это... фигня доступна. Больше года я изучаю эту проклятую чуму. За это время я провел в скрытии несколько тысяч крыс. Они размножаются и взрослеют как так быстро, что можно вырастить множество поколений за короткое время. Сами грызуны обладают иммунитетом к чуме, но распространяют возбудители болезни среди себе подобных, вероятно, через клещей. Ну, короче говоря, отрывок из записок естествоиспытателя. Крысиная чума. Подожди, я слышу, знаете, что я слышу? Я слышу знакомый звук. Ага, вот он, камулет, хотел сказать, в натуре. Но в натуре называется он амулет, причем костяной. Каким-то интересным способом туда надо еще попасть, блин, в натуре. Подожди, а этот чувак, он... Ёлки-иголки, он тут рядом со мной. Как бы с ним забраться? А, слушайте, это... Так, капец вообще. Что ты делаешь? Давай вот сюда перемещайся. Как я мог пропустить банку консервированного китового мяса вообще? Так, ну это неслыханно. Да. Так, неважно. Все-таки нам нужно сначала его, наверное, жахнуть. Я даже не знаю, чепоник. Твою, ну как так можно было запороться? Подожди, а давайте на всякий случай время остановим просто ради интереса. Крутая штука, я вам скажу. Я случайно. Долго. Случайно что я хотел сказать? А случайно я куда-то рядом с ним. Я думаю, я за него перемещусь. Мне даже указатель мне так показалось, что он мне показал. А, да, давайте. И берем бальзамчик. Монетки. Что-то еще. А что-то можно, мне казалось, еще что-то можно было. А, так, установочка. Вот эта растяжечка. Чпоньк, и все. Как в один дома, да? А что, больше ничего нет, что ли? Ну вот, пятак, блин. Ну это круто. Ща, я хочу все осмотреть здесь. Ну, не знаю, мне кажется, больше тут ничего нет. Вот это давайте на всякий случай сразу разрядим. И вот эти цепи, они здесь не зря. На них можно было вот так вот чпонько прыгать и, собственно, перемещаться. Блин, даже с цепи можно, это вообще очень круто. Вот, тактично как-нибудь их использовать. Блин, самое главное еще этот... Сейчас я уже с костяным амулетом расфигачусь. Самое главное не забыть его-то. Это будет вообще просто, как говорится, фейл или... Ну, вы понимаете. Куда-нибудь повыше. Куда тут можно было? О, крутяк. Вон он, я уже его вижу. Опа! Оу-е! Это они называют музыкой. Что это такое? Ладно. Духовность. А это что такое? Вы быстрее восстанавливаете ману. А, зелье немного лучше восстанавливает. А, зелье? Вы что, хотите сказать, я съем зелье, выпью, и мне восстановится еще и мана?
В любом случае, мы надеваем ее. Пока ничего лучше я не видел. Да я вообще ничего больше другого не видел, кроме DLS этого, блин, который у меня там находится. И как эта фигня называется? Блин, крутяк вообще. Прикольно вообще, чё. Надо быть очень внимательным. Если б я не нашел... Если б я не нашел... А это пустые, да, походу? Если б я не нашел ключ, я бы... Очень легко все равно бы прошел. Да это пустые, блин. Мины эти продавать никак нельзя. Под этот стол нельзя, да, забраться. Почитаем. Семья Тобарт, 4 порции. Семья Прачет, 5 порций. Это, походу, тех, кого он... Вау, даже так можно. Ну, это круто. А, кого он уже своим эликсирчиком подманил. Golden Cat. Ну все, давайте, вот, читаем. Руководство по работе. Приладить пустую склянку к экрану, повернуть вентиль, забрать полную склянку с эликсиром, повторить, пока дистиллятор не опустеет. Склянки не бить, эликсир не проливать, не пить. Пфф, а нафига он нужен, если мне надо пить? Ну давайте, я вот уже тут расфигачил что-то. Куда тут ее подставлять? Вот. Приготовить. Чё? А мне что надо? Приготовить под... А, понял. Это мне по заданию, наверное. А, понял, понял, все. Это я сейчас заразил? А сейчас я, наверное, приготовлю, да? Почему он не готовится? Говно. Все, что ли, я выполнил, нет? Все. А что мне? Он написал, нет? Выполнил. Так. Найти Эмили. А, все, я, наверное, выполнил. Ну, круто, опять возвращаемся с глазиком, потому что я вот уверен, что... Блин, почему горло начинает болеть? Ну, ладно. А, я уверен, что я что-нибудь пропустил. А, мы еще с чумаками, с теми чувачками сейчас разберемся, как следует их отымеем и заберем все их ценности. Еще вот там что-то... Так, ну здесь я уже смотрел, здесь ничего не надо, а вот здесь осторожно. Одного мы жахнули, как вы помните. Отлично, F5 только что было. И вот эта тема меня напрягает. Ключ какой-то опять универсальный. Ну что, с этими разберемся, как вы думаете? Так, меня для начала вот этот напрягает. Мне кажется... Блин, а если он сейчас развернется, это жопа будет. Но если время остановить... Блин, а там какие-то ценности... Ах ты ж, елки, там развернулся, чувак. Да ёп, что ты делаешь? Подожди, я сваливаю нафиг. Они меня видят, как вы думаете? Нет, наверное. Я надеюсь, они меня потеряли. Ну да, да, он начал возвращаться. Наверное, из-за этого. Ну, скорее всего. Как мне кажется. Ну, прыгать уже. Не сцы! Не очкуй. Я настоящий стелсер. Вот, они встревожены и ходят теперь по сторонам. Так, что у нас тут? Я уже забыл. А, нам сюда не удалось попасть. Ух ты, тивианская руда. До месяца рода мародеров почти не было. Теперь их становится все больше. Эликсир с черного рынка. Отрывок письма. Первое время их видели очень редко, но теперь их все больше, и это пугает. В общем, вдоволь можно начитаться, но я не могу, так записываю прохождение, и я думаю, задалбывает немного чтение многих. Дротиков тем временем у нас много. Мы можем тратиться либо на дротики, либо на эти самые эликсиры. У нас есть выбор некий, да? А где все? Как я его не заметил? А вот тут еще справа перец один стоял. Ну-ка, чё, по... Да ёб, просто, блин, они тут все вчетвером. Where are you? Fuck. Да что такое-то, блин? Не, я не...
Да чё я не могу идти, блин? А, вот все. К стенке, наверное, прижался просто. Смотрите, у меня почему-то восстановило зелье, наверное, благодаря маны. Чё он там смотрит? Я чё, под землю что-то спрятался? Говно свое надо рассматривать. Так, ну чё, вырубать их надо. Все, я этом решил. Итак, да как они меня замечают? Слышат, что ли, я не понимаю. Все, значит, я решаю делать следующее. Берем, значит, для начала. Блин, их еще и пятеро. Нахрен я время останавливал. Храпит, блин, сейчас всех нафиг встревожит. Да ёптвою. Ну ничего они мне не сделают, наверное, пока я его фигачу. Ах ты гад, блин. Нормально с ними так играться. Останавливай здоровье. А может с дротиками их всех? Я просто думаю, вам неинтересно будет. Смотри, давайте лучше разделаемся с ними и все. Так, ну все, теперь по трофеям. Самое главное, никого мы не убили. Это прикольно. Мы же выполняем стелс. Так что, так, там я все вроде собрал, я надеюсь. А теперь идем вот в это гребаное место. Посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь крысы и... Точнее, у нас здесь монета, банка с солеными ноги. Ну и крысы, вот они, я про них говорил. Кошель, 25 монет. Я, конечно, удивлюсь. Ну, может быть, не сильно удивлюсь, но... Можно еще, я знаю, в крысу превращаться. Так вот, тому, что я могу удивиться, тому, что я какую-нибудь 1000 монет лишнюю тут просру где-нибудь, блин, это вообще будет эпик какой-нибудь. О, нормальная тема, здесь эликсир есть, какая-то, о, монтажный инструмент, ну все. Мы выполняем свою задачу, идем к гребаной старухе. Надеюсь, тут ничего не пропустил. Ну, а если пропустил, то ничего страшного. В любом случае, давайте отправляемся. Так, на Bottle Street, натуре. Винный квартал. А, все, я уже. Так, да где у нас, куда нам точнее, бутылка? Блин, там чуваки же. А давайте их жахнем, точно. Давайте F5 на всякий случай. Я не помню просто, давно ли сохранение было. Пули, все-таки я их взял. Я не хотел этого делать. Там еще что-то. А по-моему мы там были. Да, мы там были. Ну, можно еще раз сходить, глянуть. Но не в сам... Блин, там крыс полно. Потом как-нибудь. Все равно нам в ту сторону, я помню. Хоп. Так. Давайте для начала заберемся наверх. Может быть, оттуда из этого что-нибудь интересное может выйти, получиться. Вот, действительно, тут переработанная ворвань, которую я видел. А, и, да, пожалуй, я не знаю, может быть, нам стоит опять замедлить время, мне это понравилось. Давайте переместимся сюда, будем выбирать, все будем делать тактично. Делаем сначала так. Подожди, это один из этих бандюк, что ли, нет? Чё ты эйкаешь? Ты меня видишь? Смотрите, я могу у него стащить кошелек. Это прикольно. Но могу ли я его жахнуть? Мне почему-то кажется, что нет. Да кто это говорит, блин? Меня напрягает эта ситуация. Я нахожусь рядом с ними. Тут больше ничего нету. Но я хочу их. Я очень хочу. Вырубить. Подожди, так они не враги, что ли, нам? Фу, капец, блин. Я это знал. Какую игрушку-то? Вот эту? А что... А, подождите, там какой-то чувак. А давайте сначала посмотрим, что у него там. Да у него там жратва какая-то.
Оу, и костяной амулет. Подожди, а если я... Давай. Твою ты нахрен. Все, я понял, ребят. Вас вырубать надо. Ништячок тогда. Так, а что будем делать? Время остановим или что? Давайте подумаем. Подожди, а сколько у нас там дротиков? До свидания. Все, вот и все. Я в долгу перед тобой, брат. Про маску даже и не спрашиваю. После того трюка я бы... Че? Я плачу слуг за слуг. Заходи в лавку Грифа. Гриф, это я. А где твоя лавка? Вот этот гадюшник, твоя лавка. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me. Так, Гриф продает на найденные вещи на улице Ботл Стрит. Ну давай, я говно какой-нибудь там, с, не знаю, санье найду, давай ты мне продам потом. Покажи мне свое добро. Так, у него дротики. По сотке. По-моему, это дорого. А у того чувака нашего дешевле. Чей такой чертеж, объясняющий, как повысить надежность системы нескольких линз. С его помощью можно увеличить оптическую силу линз вашей маски. Это создать напиток, который восстановит здоровье и защищает от крысиной чумы. Чё за фигня? Как она, у меня на меня чума действует или чё? Я не понимаю. Какую-то хрень ты нашел? Не, ну на самом деле к нему можно обратиться, если вдруг там дротики какие-нибудь обоссанные закончились. Что, ты в шоке от моего огромного, неизвестно сколько сантиметрового, может быть, даже метрового клинка? Но я тоже иногда офигеваю. Так, а вот тут интересная тема, смотрите, я надеюсь, никаких тут чуваков ненужных нету. Чей такое? Отрывок из книги о морских традициях и резьбе по кости. Говорят, костяные амулеты приносят морякам удачу. Искусство резьбе по кости прошло с древних времен, когда оно передалось от отца к сыну, от старых мастеров молодым матросам, которые недавно... Так, сейчас мы все тут соберем. Вот это что такое? Нормально, 75 монет и больше ничего тут нет. Ну все, тогда идем отсюда. Я думаю, больше тут ничего нету. Да ладно, я шучу, конечно же, вот кого-то. Альбинос какой-то. Че? Нет, не то. G. Белый крест встречается вам чуть-чуть чаще. Так, умение. Стоп, а я где-то тут что-то читал. Вселение. Расход маны, видите, написано очень высокий у нашего времени, да, вот тут очень низкий, очень высокий, а среднего ничего нету. Позволяет на короткое время вселяться в животных, позволяет вселяться в людей на еще более короткое время. Вселение, важное умение, тут написание какое-то. Обучение, можно посмотреть, можно даже, наверное, попробовать. Но я так понимаю, можно в крысу вот вселяться. Может быть, в белую как раз таки, не знаю. Все, валим к старухе к этой. Надеюсь, она нас наградит. Но... Надеюсь, материально. То есть, вы понимаете, да? Чего я не хочу от этой старухи. Смотрите, у нее что-то там еще и внизу есть. Вот тут я не был. А может и был. Во-во-во. А, это дротики. Я на их не... У меня не было... Они мне не нужны были сначала. Привет. Я все выполнил. Я знал, что ты меня не подведешь. Теперь я смогу без опаски гулять по набережной. Милый, только не думай, но я было что я не забыла про это. Сходи-ка наверх. Отлично. Нас опять посылают. Но на этот раз наверх. Так. Руна. Ну да, это, собственно, та самая руна, про которую эта бабка нам говорила. Зачем кинжал доставать? Я не хочу. Давай. Все, отлично. 4 руны из... Чего? На этом уровне 4 руны из 7? А, подожди, нас еще там задание ждет. Подожди. Умение. Ну да, у нас всего одна руна сейчас.
А все, да? Ну отлично, мы отправляемся как раз таки. Здесь ничего нету. Вот что-то тут. Эликсир, который нам не нужен. А этот чувак здесь так и лежит? Нет, он уже... Его вынесли уже отсюда, вывезли. А далее, значит, что я хочу сделать? Я помню, что подключил. Мне нужно пройти туда. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Сейчас, подожди, я на секунду загляну в эту гребаную лабораторию, в контору, куда там, лабораторию, блин, на туре. Сейчас я сердечко... Ух ты, ёпарасоты. Они еще жрут с того момента, как я отсюда ушел. Сейчас я просто гляну. Я по-любому просто здесь что-то пропустил. Я же, как вы помните, без своего нынешнего умения здесь ходил. Они меня сейчас сожрут здесь, нет? Ну ладно, я не буду, наверное, тратить время. Может, что-то и пропустил. Что-то тут прочитать можно. Нет! Блин, они мне даже никакого урона не нанесли. Пофиг на них. Металлические маски смотрят что-то там дальше. Смотрители, они хотели сказать. Уж извините за это темное зрение. Оно, наверное, бесит, но... Чпонькс. Отлично. Так, ну все, зачем я беру, я не знаю. Я просто привык, обычно тут кто-то есть. Вот, тивянская руда на двадцатку. Еще на двадцатку. И кошель. Так, вот этого чувака нам тоже надо жахнуть каким-то образом. А тут под пояс можно спрятаться. Вот так вот. Оу, е. Я ниндзя. Блин, ну ладно. Все, можно его тут бросать, наверное. Стена. Че я тут пропустил? Ну, может быть, что-то и пропустил. Здесь ничего нет. Сохранение, однако. Блин, дальность зрения бы увеличить еще. Было бы круто. Может быть, оно и так нормально, не знаю. Слушайте, а я не помню, я тут всех пережахал или нет? У меня тут как-то что-то произошло со мной в той серии. Тут какой-то чувак взбесился на меня. Вот какая-то хреновина. Что это такое? Сирена, что ли? А нафиг мне тратить, если... Сейчас открыть нельзя. Ну, то есть в дальнейшем мы сюда, походу, еще раз придем. А что тут у нас площадь Холджера? А, ну да. Подожди. Стоп, к игре. Подожди, а у нас... А, ну да. Все, давай. Да стоп ты, ёпарасоты. Остается здесь. А, ну да. Все, отправляемся, короче, на площадь Холджера.